Так, парни, всем доброе утро. У нас, как видно, навалила снежка, значит, надо быстро делать корча. Вот, пока есть снежок, потому что у нас со снегом обычно беда. Сегодня будет очень плодотворный день, по крайней мере, планируем. Планов много, надо подрезать арки, чтобы стали нормальный кузов на колес, потому что так он не влазит. Надо сделать задней подвеской, что-то опустить ее, потому что морда срезана на два витка, а зад-то остался как был. Надо заварить диф, прикрутить сиденья, ковши, поставить панель, завести это все, короче, чтобы оно поехало, поехать на развал, подключить газ. Короче, планов море, миллион, осталось 3 дня, сегодня понедельник, надо, чтобы в среду машина уже поехала. Вот, кстати, кто не подписался на мой инсту, вот, подписывайтесь, смотрите, ссылочка, там все выходит очень быстро, потому что все равно видос пока смонтируешь, пока снимешь, пока там загрузишь, это все равно как минимум на день с опозданием все проходит. А в инсте все быстренько в прямом эфире, куча сторисов, куча видосиков, куча всяких фоточек и так далее. Вот, ну что ж, я к Коляну уже приехал, вот, пойдем работать сейчас. Так, ну что ж, идем и смотреть, что у нас тут с жигой получается. Получается у нас с жигой вот что. Вот теперь по светленькому видно, как торчат колеса, и видно, как она легла аркой на колесо. Короче, надо сейчас вот это все отрезать нахрен тут лишнее. Оно все равно уже гнилое, как раз, чтобы не варить, чтобы не подваривать, ничего отрежем, да и все. Нет крыла, нет проблем. Вот, надо сейчас ее поддомкратить, наверное. Ух ты, какая резина четкая. Во-первых, она зимняя, офигенная, мне будет дрифтовать на ней. Ладно. Так, здесь я вот таким вот образом наметил маркером, как буду примерно резать. Ну, попробуем сейчас резать настолько. Может, будет мало, конечно, но посмотрим. Вот, и Колянчик правильно подсказал, что надо, скажем так, тут вырезать вверх, а тут боковинку не трогать, потому что здесь у нас зазора хватает вполне в колесе, а вверху нет. Вот, ну, я сделал как-то более-менее вот так. Сейчас немножко я поддомкратим. Посмотрим, отрежем. Посмотрим, что выйдет. Так, ну вот, что ж, мы отрезали, да, теперь давайте попробуем ее опустим, посмотрим, что получится. Да ну, плотно не мерзли. А? Там домкрат мешает. Домкрат, да. И все, наверное, надо резать, потому что может достать и порезать резину. Она ложится, да, на колесо? Угу. Значит, надо еще. Все упирается, ёпте, надо еще резать. Ты, Колян, блин, сейчас мне отрежешь. Тогда давай все крыло нафиг вот так отрежем, да и все. Не, все не надо, зачем? Не так. Ну ты ж ровно рисуй, что ты криво так рисуешь-то? Да, у меня с рисованием плохо. Ага, то есть поэтому ты мне сейчас наметишь, а потом мне перерисовывай, да? Болгарочкой будешь подравнивать уже. Я тебе основной контур более-менее наведу. Там можно было. Колянчик так по-радикальному. Чтоб третий раз не резать, да? Ну да. Да нет, передок, наверное, тоже снимай, потому что смотри, при вывороте будет цеплять. При вывороте смотри, сколько колеса. Нет, там мы тоже сейчас. Уже не маркер не хочет работать. Ну так примерно нарисуй, все равно там примерно пойму, что там где-то. Блин, капот супер качественный. Тут поржавело, а тут нет. Короче, когда не надо, жига вся сгнивает. Когда надо, она даже не хочет покрываться ржавчиной. Что это за фигня, Колян? Че тут она ржавая, а тут она гладкая? Это фиг его знает. Да вот фиг его знает. Преобразовательный качество.
Ну, вот. Цеплять не будет, наверное. Ну, вот более-менее уже, в принципе. А тут, может, передок, мне кажется, еще надо подрезать. Нет, тут не надо пока резать. Почему? Потому что, когда сделают на развал схождение, съездишь, когда выставят уже, если как должны правильно колеса. Кого шаркать? Когда буду на развал ехать? Ну, руками подогнешь. На месте прям, да? Вот на месте. Вот так, блядь, вот взял. Там жесткости уже все равно нет у него. Так какая тут жесткость? Надо вот эту дырку больше как-то закрыть, блин, чем-то. Так, ну вот такой получился натюрморт у нас из срезанных арочек. Ну теперь цеплять не будет. Вот оно, конечно, смотрится как-то сильно здорово, но я думаю, мы фендером потом прикроем что-то. Но зато теперь, по идее, ход кузова будет нормальный. Ну, в принципе, чтобы крылом не резало резину. Теперь надо примерно постараться равномерно вырезать с другой стороны, как-то отмерить так его, чтобы тут было тоже нормуль. Сейчас придумаю, думаю, получится. Так, короче, арки вырезаны уже вон. А теперь для того, чтобы нам ее сдвинуть с места, нам ее надо сегодня обязательно сдвинуть с места, чтобы она поехала. Надо накачать колеса, потому что, ну, они вообще труба. У меня получается еще за 3 дня надо где-то найти 4 зимних шины. Потому что нет у меня зимних колес. Вот, они у меня все какие-то разные. И те спущены, и те спущены. У меня, короче, только одно нормальное колесо. Переднее тоже подспущено, которое стоит спереди слева. А то советская моя резина, которая... Может, она просто не проминается, уже настолько высохла. Ну ладно. Короче, сейчас подключаем. Так, ну вот сюда похоже на накачанное колесо, осталось второе. Так, ну что ж, вот колянчик уже пролазит, и сейчас будет ее заводить. А ну, Колян, покажи, какой там ковш у тебя. А ну, ковшик какой, смотрите, охрененный ковш, спортивный ковш. Устойчиво? Удобно? Отлично. Отлично. Идеально. Ну давай, Пе. Стой, там колодка. Она как-то выглядит странно, так тараканище такое именно. Конечно, потому что как минимум разные. Ну, и они так сильно торчат, и как-то, знаешь, как будто... Да. Такое ощущение, что как у этого, Жорика, 20-е восыны на Матисс. На Матисс, да. Так, ребят, на этом на сегодня все. Я показал, что произошло с арками, как мы решили эту проблему. Корчина уже сдвинулась с места, она уже поехала. Завтра будет видос, выйдет по поводу переделки задка, то есть что мы делали сзади, как мы блокировали див, как мы резали задние пружины, как мы садили ее. Короче, прикольный видос завтра. От вас, пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите вниз комменты, потому что чем больше ваших лайков и комментов, чем больше вашей активности на канале, тем больше будет от меня прикольных видосов.
Всем удачи, пока, до завтра. Ребята, подпишитесь сейчас сразу на канал, жмите вот эту кнопку, и вы будете всегда первыми узнавать о новых, полезных и интересных видео. Всем удачи и добро пожаловать на мой канал!